В Ледовом дворце спортшколы «Юность» состоялась первая в новом году игра чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2022-2023. Хоккейный клуб «Апатиты» сразился с «Арктикой» из Мурманска. Напомню, заполярный чемпионат проводится среди взрослых команд. Участников профессиональных хоккеистов региона, а также их болельщиков, помимо нашего города, принимают ледовые арены Мурманска, Североморска, Полярных Зорь и Оленегорска. Как на этот раз себя проявили хозяева площадки, кто стал лучшим игроком матча и с каким счетом он закончился, подробнее в следующем репортаже. В первом периоде хозяева ледовой арены сразу взяли инициативу в свои руки и начали уверенно теснить «Арктику» из Мурманска. 4-1. На себя номер 30. Еще бросок! Одна шайба в воротах соперника на счету Ивана Жичикова. Три забил Илья Соколов, спортсмен из Санкт-Петербурга. Но на чемпионате он выступает за «Апатиты», где раньше работал тренером. Приехал с желанием, давно не видел «Апатиты». Желания было много, поэтому удалось забить столько шайб. Во втором периоде апатичане несколько расслабились и буквально за 10 минут пропустили сразу несколько шайб в свои ворота. Сами не забили ни одной. В итоге уступили сопернику 4-5. Это хоккей, но игра эмоциональная, где-то дали ребятам шанс из другой команды проявить себя, где-то немножко инициативу просто упускаешь, а эти 2-3 шайбы, они очень быстро могут залететь, и ничего с ними сделать не сможешь. Потом уже приходится перестраиваться и пытаться найти свою игру. К третьему периоду апатитские хоккеисты сменили тактику, произвели несколько замен и решительно завладели шайбой, забив мурманчанам 4 гола. Исход матча 8-5 в пользу хоккейного клуба «Апатиты». Следующая игра чемпионата области для наших спортсменов состоится 11 января в Оленегорске с клубом «Горняк».